Для 67-летнего севастопольца Вячеслава Сотлева лечение на новом аппарате – надежда на выздоровление. Мужчина готовится к операции. Прежде чем удалить опухоль, ему предстоит пройти 27 лучевых сеансов. Первый пациент, первая процедура, первый и пока единственный в Крыму новейший линейный ускоритель позволит прицельно уничтожать раковые клетки. Процедуре лучевой терапии предшествует тщательная подготовка. Само облучение занимает несколько минут. Да, готовлюсь к химии. Я очень рад, что у нас появилась такая аппаратура современная. И что я первый, как бы, клиент. Местные специалисты называют линейный ускоритель адронным коллайдером в медицине. Аппарат позволяет успешно лечить онкологические заболевания с помощью ускоренных частиц методом дозы высокой мощности за несколько приемов. Поглощенную дозу радиации измеряют в грэях. Доза для пациента в этот раз составила 2 грэя. Всего он получит 54 грэя, 44 на весь малый таз и потом еще 10 грэй дополнительно на само это образование и рядом лежащие лимфоузлы. После этого у него опухоль должна стать резектабельной и будет проведена операция. Прежний аппарат, которым лечили в севастопольском онкодиспансере, не сравнить с новым, говорят врачи. По точности, безопасности и скорости аналогов линейному ускорителю в лечении заболеваний онкологического профиля нет. Ожидается, что теперь лучевую терапию смогут проходить до 25 пациентов в день. Мы за вот эти годы перескочили через одну ступень развития вот лучевой терапии от нашего агата. Старенького, доброго, который мы все очень любили, он очень хорошо лечил нас, не подводил, на аппарат, который, линейный ускоритель, который высочайшего практически экспертного класса, который и электронами лечит, и стереотоксическую может терапию проводить. Сам линейный ускоритель расположен за технической перегородкой. Внешняя часть – это пластиковая декоративная обшивка из специального полимера. Окружающий мир от сильнейшего облучения защищают метровые стены из свинца и бетона. И отличительной особенностью именно этого аппарата является мультилепестковый коллиматор, который позволяет своим сложным устройством защищать именно здоровые ткани от облучения. Также здесь продвинутая система безопасности. Весь аппарат оснащен защитными рамками для того, чтобы обезопасить пациента от столкновения. Вот как раз они. Специалисты онкодиспансера рассказывают, работать на умной машине персонал учили представители зарубежной компании-производителя. Лекции читали в том числе на английском языке. Да, у нас есть высококвалифицированные кадры, радиотерапевты. У нас молодой коллектив, поэтому есть и молодые специалисты, и пожилые, всякие. Но в основном это люди с опытом работы, в том числе и на подобном оборудовании. Кроме того, в онкологическом диспансере появился магнитно-резонансный томограф, который позволит расширить возможности диагностики злокачественных новообразований молочных желез, шеи, легких, органов мочеполовой системы. Была очень проведена большая серьезная работа, работа врачей, работа инженеров. Михаил Владимирович Развожаев, как губернатор, наверное, вот первый акцент на что делал, он обратил внимание на то, что такой важный аппарат у нас стоит и не запущен, и обратился в те организации, которые дают экспертизы для того, чтобы получить возможность работы в Роспотребнадзор. В очень кратчайшие сроки были сделаны все заключения. Вот сегодня мы свидетели действительно очень важного события в здравоохранении города Севастополя. По словам Александра Кулагина, в Севастополе появится еще один линейный ускоритель в новом онкологическом центре, который построят на средства федеральной целевой программы на пересечении Фиолентовского и Камышового шоссе на территории будущего медицинского кластера. Екатерина Коломиец, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.